22 числа на Киевском вокзале состоится встреча. И я всей душой вас призываю и прошу. Нам необходимы капли от блох. Инспектор, стронгхолд, адвокат. Очень нужны ребята, причем самой высокой дозировки. Одну ампулу мы можем разделить на помет щенят, и это огромная экономия по деньгам. Друзья, пожалуйста, кто может, пожалуйста, купите для нас это лекарство. И еще, из-за того, что мы используем сено и опилки, очень часто мы нарываемся или на лишай, или на демодекоз, на клещей. Ребята, без обработки животные могут заболеть. Нам всегда необходим вагдерм, нам всегда необходимы таблетки от лишая. Ребята, нам очень нужны таблетки Бравекта, самой большой дозировки Бравекта. Кто может, привезите это 22 числа на Киевский вокзал на встречу. Кто не может, ребята, пожалуйста, окажите финансовую помощь. Мои хорошие, это жизнь приюта, она рутинная, она текучая. Сейчас у нас вот такие проблемы. 4 малыша с грыжами на операцию и малыш на осмотр. И я думаю, придется брать анализ на гистологию. Прошу, друзья мои, отзовитесь, пожалуйста. Ребята милые, я очень-очень рада вас видеть. Буду очень благодарна за помощь. Спасибо за дружбу. А сейчас небольшой список, что нам необходимо в первую очередь. Мои хорошие, в первую очередь пеленки. Развесные самые дешевые, потому что они у нас улетают, ну, просто мгновенно. Пеленки. Второе, ребята, как я уже говорила, это капли. Дорогие капли, но именно они помогают спасать наших малышей. Это Stronghold, это Адвокат, Инспектор и особое внимание Бравекта. Пожалуйста, мои хорошие, кто может хоть по одной ампуле Бравекта? Инспектор, адвокат, Stronghold. Спасибо, мои хорошие. Еще нужны антибиотики. Цефтриаксон, цефипим, цефатоксим. Очень нужны таблетки противовирусные от кашля. Ребята, очень нужен Юнидокс. Юнидокс, азитромицин. Фуразолидон от животиков. Нужен белый уголь, если можно, ребята. Он помогает также восстанавливать животики малышам. Нужны травы. Ромашка, кровохлебка, семя льна, кора дуба. Ребята, буду искренне благодарна за то, что периодически у нас немножечко меняется список, но это то, что нам необходимо. Очень нужны небольшие флисовые покрывалки, для того, чтобы укутывать малышей на капельницах. Когда они болеют, они мерзнут. Поэтому, мои хорошие, за это тоже буду очень-очень благодарна. И до встречи. Ребята, искренне буду рада увидеться. А еще было бы лучше, если бы мы хоть раз эту встречу организовали не на Киевском вокзале, а прямо у нас в приюте. Сделать день открытых дверей. Ох, ребята, это было бы счастье. Давайте рискнем один раз и попробуем. Давайте обговорим день и приедем все вместе. Давайте попробуем. До встречи, мои хорошие, 22 февраля на Киевском вокзале.